Здравствуйте, дорогие друзья! На дворе осень. Я люблю осень за ее краски. И вот этот момент я решила запечатлеть. Мокрая Москва. Люблю город Москву, поэтому переехала сюда. А Москва в дожде – это очень красиво. Я намочила бумагу. А, ну, прежде всего я хочу сказать про перспективу. Я, конечно же, нашла точку схода. Это легко делается. Это берется любая линия, рельс, бордюр, и соединяется, и получается точка схода. Здесь все просто. Единственное, там в конце улицы идет поворот. Сначала была у меня дилемма покрыть все небо, а поверху рисовать листву. Но я решила тогда, небо с листвой перемешается и будет грязь. И я решила вот такими фрагментами делать. И в промежутках делать небо. Но каждый раз это как первый раз. То есть я... Прежде чем приступить к этой работе, я прорабатываю технологию, как будто это производство какое-то. Вот сейчас я небо делаю. Рисовала миллион раз небо и листву, но каждый раз это своя история. Но здесь я решила это так сделать. Хотя потом немного пожалела, потому что листва здесь идет темным силуэтом. Ну, в общем, как решила. Работаю двумя кисточками. В этот раз я только колонком рисую. Вот прошлый мой ролик я рисовала не только колонком, но и синтетикой. Здесь только колонком. Композицию я задумала такую, что небо, то есть воздух занимает у меня где-то 2/3, даже больше. То есть мало земли и много воздуха. Я не могу надышаться московским воздухом после челябинского воздуха. Каждый день радуюсь, как здесь хорошо дышится. Кто жил в Челябинске, тот поймет. Хотя не все такие восприимчивые, как я. Вот фонарик я решила оставить, потому что если я его сделаю желтым, потом получится зеленое. Вот по-мокрому делаю ветки. Деревья очень красивые. Это каштан. То есть рисунок вот этих веток, ветвей, больше сказать. Очень красивый. Графика такая. Вообще, кто не знал, акварель – это вид графики. Я была в шоке, когда узнала об этом. Хотя всю жизнь нас учили, что это живопись. Итак, я делаю мокрую графику. Хотя говорили, акварелью пишут. Если пишут, значит, это живопись. Но нет, это графика. Вот чудесные ветки. Обратите внимание, как я держу кисточку. Я ее держу за противоположный кончик. Была бы длиннее, держала бы дальше. Это кажется, что вы не сможете управлять этой кистью. Когда приходит момент рисунка мелких вещей, тогда да. Тогда можно поближе к самой кисточке передвинуть руку. А так надо как можно дальше. Очень люблю рисовать деревья, их изгибающиеся ветки.
Где-то уже сохнет, где-то еще мокрое. Делаю по-мокрому архитектуру. Такая типичная архитектура в центре Москвы. Дома. Ну, вот этот дом, не знаю, 30-х годов, может быть, 40-х. Ну, в общем, или сталинская, или еще раньше. Хотя нет. Раньше это был конструктивизм. Наверное, сталинка. Ну, очень приятная. Вертикальное развитие в этой композиции. Здесь все подчинено этому. И вот эти кусочки вертикальные деревьев, и фонари, и столбы, столбы забора, столбы, на которые навешаны правила, знаки дорожного движения, отражение от всего этого. Все играет на тему вертикали. Ну и дождь, как бы, он тоже вертикальный. Очень ненавязчиво смотрятся здесь дома. Они совсем не контрастируют с окружением, а выступают заодно. Иду вглубь, делаю чуть-чуть потемнее. Иду от общего к частному. Сначала большие сделала пятна листвы. Потом все подробнее и подробнее. Очень важна перспектива, поэтому я сначала очень тщательно простраивала вот эти балкончики. Все это я в точку сводила, в точку схода. Живопись живописью, а перспектива должна быть правильная. Ну и так как я работаю пятнами, то я все делаю вместе. То есть не изолировано дом, изолировано дерево, а все это по соседству. Здесь полумокрым, по мокрому, пол по сухому. Второго декабря у меня будет открытие моей персональной выставки в Москве по адресу Луков переулок 8. Луков переулок 8. Галерея Сарих. Ну, наверное, 6 часов будет. Приходите все. Эта работа тоже там будет. Работ там будет очень много. В разных техниках. В том числе в акварели. Масло будет. Батик будет. Ну, графику я решила не выставлять, потому что редко кто любит графику, хотя я очень люблю людей, которые люблю и уважаю людей, которые предпочитают графику. Так, тут
Тут я по мокрым, потому что эта масса листьев находится далеко. И не так ярко делаю, потому что оно вдалеке, значит, более холодное. Приходите поддержать меня на выставке, потому что в Москве у меня мало знакомых. Буду рада всем. Ну вот, постепенно начинаю уточнять, конкретизировать листву уже по-сухому. Конечно, если я делаю по-мокрому, бумага поглощает тонны краски. Не только воды, но и краски. Я туда столько ее вкладываю, она все съедает. Поэтому вот, чтобы сделать более ярко, я прибегла к сухой акварели. Ну, вот кое-где по-мокрому, кое-где по-сухому. Очень красивое сочетание глубокого зеленого и желтого разнообразного, переходящего в оранжевый. Я пользуюсь, пожалуй, для всех цветов я пользуюсь индийской золотистой. Это прям моя базовая краска. Вот чтобы получить такой теплый цвет, я смешиваю травянистую зеленую и индийскую золотистую, чтобы вот этот насыщенный желтый цвет, полуоранжевый, я тоже использую индийскую золотистую, что с оранжевым смешиваю, что с желтым. Тут мое изображение уехало. Так, тут по-сухому делаю. Выделяю объем желтого облака. Причем закрываю все подряд вместе со стеной. Ну, кстати, я поняла, что я люблю только Фабриано. Использовала многие-многие бумаги. Это не Фабриано. И я поняла, все, только Фабриано покупаю. Вот сегодня пойду покупать 300 грамм и достаточно 50% хлопка вполне достаточно. Иду пятном, общим пятном, то есть не перестаю, а столб перетекает в асфальт, дом перетекает в асфальт и так далее. Ограда, зелень, все это как бы одним пятном делаю, и только потом уже разбираюсь, когда высохнет. Очень ценю белые промежутки между мазками в акварели. Вот это мокрый асфальт. Там отражается, конечно же, небо. Не решилась сразу все брать. Взяла вот так вот по фрагментам, чтобы более качественно было.
Вот за что я люблю Фабриано, что там есть бумага очень фактурная. То есть вот эти углубления очень значительные. У других как-то нет такого. Вот это вот... Забыла, как называется. Сейчас вспомню, скажу. Ну, в общем, она вроде бы крупнозернистая, но все равно не настолько фактурная. Вот здесь тоже большим пятном делаю, то есть не разбираюсь, а где здесь отражение от одного, от другого, и вот вместе со столбиками все сливается, и это хорошо. Вот это милое покрытие козырька. Рисовать надо от общего к частному, но вся прелесть в деталях. И вот такие детали, как балкончик с балясинами, вот это вот черепица, металлочерепица. Это как вишенка на тортике. Ну, вообще, в каждом произведении есть свой центр, эмоциональный центр. И вот интересно, что вы считаете здесь центром? Ну, то есть самым главным по композиции, по ощущениям. Вот напишите, что вы считаете здесь. Как вы считаете, как вы чувствуете, что здесь центр? Вот. А стену я решила вот так выделить. То есть вот эта стена здания, она теплая и более темная, чем ветка каштана. Вот такая игра теней. Для меня это прямо как кино посмотреть. Кстати, кино вообще почти не смотрю. Потому что я сразу понимаю, чем закончится. Вот эта ограда чудная. Я не собираюсь тут вот документалистикой заниматься. И фотографии делаю это художественно. Ну, мое внимание притягивает вот этот фонарь. Хотя, конечно, здесь очень много интересного и, казалось бы, главного. Но вот фонарь прям прекрасен. Там серия фонарей, но этот наиболее близкий. Металл в архитектуре, в антураже. Хорошо контрастирует с желтой массой. Но мне кажется, это кузнец сделал. Вот тут уже высохло, можно уже делать. Веток море, но надо абстрагироваться немного и выделять только главное. Ну, в общем, эмоционально надо работать, потому что если быть фотографом, то это уже и не живопись. Ну, хотя говорят, что это не живопись. Ну, вот машинка. Прекрасно, пусть машинка будет. Забор. Красота. Учитесь рисовать тонко. Это поможет. Вот машинка. Колесико. Это очень оживляет. Вот. По мокрому я делаю отражение.
Оно, конечно, все впитается. И, возможно, даже убежит. Но я снова делаю. Очень волновал меня вопрос, как сделать листья на мокром асфальте. Решение было одно – гуашь. Но я не могла пойти на такое. Потому что для меня это табу. Ну, я забыла про это табу и сделала гуашью листья на асфальте. Здесь я сухой кистью делаю, ну, как сухой, полусухой. Прочищаю, чтобы был контраст между дальним фоном и этим. Мне нужен был очень темный асфальт для контраста с листьями, чтобы прямо передний план был очень темным. Если плохая бумага, то повторно намочить ее уже невозможно. Но вот это хорошая бумага, в принципе. Она качественная, она 100% хлопка. Поэтому она позволяет хоть сколько раз еще и еще мочить. Ну, не до безумия, конечно, но все равно, если бы это была дешевая бумага, гладкая, то второй раз я бы уже не смогла намочить. Краска бы вся слезла от моей кисти. Вот это отражение от всего подряд. Вот эта вертикальная тема идет. Иногда я использую фен. Но иногда он плохо себя ведет и сдувает. А мне не надо сдувать. И вот я покажу здесь фотографию без листьев, фотографию с листьями. Конечно, с листьями более атмосферно, более закончено. Вот здесь я решила посушить. Вот без листьев фотография. И я все-таки решилась, наступила на горло своим принципом, взяла гуашь и сделала это гуашью. Вот что получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, приходите на открытие моей выставки, ну и не только на открытие, просто посмотреть. Будет много работ, все в одном месте. Давно мечтала выставиться в Москве. Сбываются мечты. Пусть это даже мне не 18. Всего хорошего. До свидания.